Антон – человек, изменивший городскую среду в Москве. Один из главных идеологов воркаут-движения в России, который верно следует основному принципу воркаута – каждый учит каждого. Антон на собственные средства создал информационный портал для всех желающих заниматься воркаутом, где каждый абсолютно бесплатно может начать пробовать себя в уличной субкультуре. Антон не только идеолог, но и хранитель традиций классического воркаута, который проделывает огромную работу и популяризирует воркаут по всей России. Привет всем, с вами Антон Гучумов, проект Workout Fitness городских улиц. И, как вы уже поняли из видео, я стал лауреатом первой международной премии за вклад в развитие уличного спорта, в номинации «За вклад в развитие воркаута» конкретно, что стало для меня, с одной стороны, большой неожиданностью, а с другой стороны, большой честью. То, что действительно оценили то, что я делаю, в частности, сайт, в частности, 100 дней, культуры, в общем, все то, что я делал для того, чтобы воркаут развивался активнее, как в нашей стране, так и по всему миру. Поэтому хочется сказать огромное спасибо компании Kangaroo Pro, хочется сказать спасибо ребятам с нашего двора, это организаторы премии и люди, которые действительно делают многое для того, чтобы воркаут развивался. Я помню самую первую площадку «Кенгуру», это небольшой такой комплекс, который они построили в Сокольниках за свои тогда еще деньги. И фактически вся их история началась с этого небольшого комплекса. А в этом году они построили крупнейшую в мире площадку, уличную современную площадку для тренировок, которая сейчас стоит в Лужниках в Москве, и все на ней могут заниматься. Это действительно здорово, те результаты, которые они показали, тот успех, который они смогли достичь за эти несколько лет, это очень-очень здорово. И при этом они всегда остаются в контакте с теми, кто двигает воркаут, с людьми, которые тренируются на их площадках. Это важно, это действительно важно. Поэтому особенно для меня приятно, что я стал одним из первых лауреатов этой премии. Она в этом году проводилась в первый раз. Я получил вот такую вот статуэточку. Очень крутая, моего любимого цвета черного граффитика, реально. И еще вот такую грамотку, в которой все написано, все задокументировано. Вот, так что это действительно было здорово. Это было здорово, это было очень приятно. Но что еще могу сказать? Вообще все такие премии, они выдаются за какие-то прошлые заслуги. Вот, и это, конечно, показатель того, чего удалось достичь за прошлое время. В то же самое время хочется поговорить и о будущем тоже, пользуясь случаем. Я говорил об этом на самой премии и считаю важным повторить это для всех, кто не был на премии, но смотрит это видео. В частности, на 2016 год я ставлю таких три цели. Во-первых, это развитие стодневки. То есть стодневный воркаут, он доказал свою эффективность, доказал свою популярность среди людей. Осталось дело за малым – масштабировать его. Если осенью 2015 у нас было 1800 участников, то осенью 2016 мне уже хочется видеть в рядах стодневки 18 тысяч участников. Каким образом этого добиться – это уже другой вопрос, над которым мы будем весь год работать и делать разные штуки, чтобы больше людей узнали. Но 18 тысяч человек, ребят, вот. Это та цель, к которой я планирую дойти. Во-вторых, естественно, будем продолжать Workout Russia Tour, будем ездить по городам, будем общаться со всеми, кто тренит на улице, делиться своим опытом, знаниями, помогать развивать движуху, открывать новые географические точки. Очень постараемся посещать больше городов, где мы еще никогда не были. И в то же время посещать те города, где нам очень понравилось. То есть мне очень хочется еще раз сгонять в Рязань, в Санкт-Петербург, в Самару. В Саратов. Саратов был очень клевой поездкой, нам с Саней очень понравилось. Вот. И в-третьих, развивать, в принципе, и сайт, и мобильные приложения. То есть, как вы знаете, у нас уже вышло Android-приложение. В ближайшее время выйдет iOS-приложение, потом выйдет еще одно iOS-приложение. Это очень интересно. И мы будем работать над сайтом, делать его более интересным и более полезным. Поэтому, если есть какие-то предложения, то пишите в комментариях под видео, я все прочитаю, и самое лучшее мы, естественно, внесем. Вот. Ну, что можно еще сказать?
На самом деле, очень классно, очень классно. Я очень-очень рад. Большое спасибо еще раз команде Kenguru Pro, ребятам с нашего двора. Надеюсь, что мы в этом году сделаем еще много-много совместных проектов. В том числе совместными усилиями двинем воркаут в вузы. Надеюсь, у нас получится. На этом все на сегодня. Спасибо всем, кто посмотрел. До встречи в следующих видео. Пока. Привет всем пользователям сайта Workout Studio, я Валентин. Сегодня я расскажу, как прокачать трицепс в домашних условиях. Расскажу про 4 упражнения, покажу, как выполняется технически правильно. Эти упражнения придумал не я, но я покажу, как правильно выполнять их для хорошего результата.